Всем привет! Сегодня у нас будет очередной обзор нашего второго аккаунта Китайки. Сегодня у нас тут на рынке вот такая вот акция за покупку добавилась. Ну, в принципе, она на 2 дня. Вот самое основное, самое интересное, это вот эта вот новая акция, я так понял. Она связана с Гуглом. Вы по мере траты своих самоцветов, вот сейчас мы потратили 203, а надо 5000. За покупку, за дополнительную покупку можете получить вот эти вот плюшки. Плюшки довольно-таки неплохие. Всех плюшек я пока не знаю, но у нас дополнительно есть еще вот акция молоточки Бога Грома. И мы тоже будем сейчас в нее играть, параллельно забирать оттуда вторую акцию. Так, что там у нас в Бога Грома падает? Ну, тут самое основное это нам... КГшки, книжечки, значки почета, возможно, но я думаю, вряд ли мы на 60к соберем скин Некроса, хотя все может быть, это Китай, ну и конечно же Повелителя Бури было бы неплохо забрать. Конечно, почему они так дорого сделали коробки по смене талантов, я даже не знаю. Ну что, поехали. Покупаем. Давайте на 10к. 53 купим сначала. Так. Кулачки. Какашки. Книжечки. Книжечки. 5 камней судьбы. Это уже неплохо. Значки почета. Ну давай. Давай, поднимайся выше уже. Как видите, что-то они тут намудрили, наколдовали. Бьет только первое. Самое нижнее. Вот, 5 питомцев наконец-то дали. 5 сумочек. Да, интересно, интересно, но не очень. 800 кигашек всего получили. Нехти. Так, смотрим в эту акцию. Вот мы потратили 5000, надо аккуратнее тратить. Не спешить. Вот теперь за покупку мы получаем вот эти вот плюшки. И все. Два раза всего-то. А я-то надеялся, что будет трешечок. Мы получим кучу всего. А, вот оно. Дальше продолжается. Смотрите, за 10 тысяч, за 10 мы получаем еще афинки, осколки, руны, 2 коробки, 10 сетов 3 уровня, или я не знаю, или это 10 рун, посмотрим. Ну, неплохо, неплохо. Потом все, давайте, в принципе, заберем 3к, но у нас на русском, конечно, таких акций топовых нету. Побежали дальше. Еще 5 камней, еще 5 камней. Ну, конечно, считайте, каждых 5 камней. Вау! Да ладно! Да ладно! Сет, еще один сет. Я говорю, сет, ложный выпад нам выпал. Еще один талантик можно будет прокачать кому-то. Блин, а хотелось бы, конечно, Повелителя Бури вытащить. Так, ну давай, Китай, удиви. Не хочет он нас удивлять. Ну, конечно, отсюда можно нормально камней нафармить. Только они уже никому не нужны, по сути. Для начальных аккаунтов, возможно, да. Для топов, думаю, уже и так все прокачано. Так. Все-таки получше будет, когда там будут кулаки. Ну, давай, обновляй. Что-то оно у нас висит. Подвисает, не знаю, не хочет. А, или оно считает все вместе. Непонятно. Ну, попробуем перезайти.
Тут новых талантов больше, чем у меня на основе. Так, ну что? Мне странно, не обновляет, стоит, как и было. Ладно, пробуем еще. Ну давай, повелитель, приди. Конечно, камней у нас тут тоже будет сразу на прокачку пару героев на максималку, но нам сначала их надо довести. Так, а ну-ка вот так. Раз, два. Странно, как-то странно, очень странно все. Ладно, сейчас докупим так. Хотя мы на десятку сразу же взяли. А, ну, наверное, с нуля нам правильно посчитала. Добила пятерку. И здесь 10 тысяч дала. Так. Побежали сюда в акцию. Питомцы в сумочке падают. Ну как-то странно. У нас на сервере больше все-таки первое, вот где у нас 5 камней. Хотя тут 5 камней это 1500 кулаков. Так, чтобы вы себе понимали. И мы уже их тут очень нормально нафармили. Смотрите, сколько кулаков фармится. Да, неплохо, неплохо. Так, это забираем, это тоже забираем. Заходим в акцию. Вот, за. Покупаем. Две коробки. Офигеть. У нас таких акций даже близко нету. Забираем плюшки. Фу-ху-ху-ху. Офигеть. Смотрите, какие награды топовые. Жесть, ремочка. Ну все, ребята, у нас теперь купидончик будет заряженный. То, что нам надо было. Нам не хватало ремки на купидончике. На хранителе потом надо будет ремочку еще одну поставить. Ставьте обязательно лайки. Это трэш-контент. Так. Побежали в молоточки опять. Так, нам надо купить на 18 тысяч. Вот так вот. Берем сразу на 18 тысяч кулачки. И сразу же покупаем. И у нас купидончик будет теперь с пятой ремочкой. Так, забрать. Смотрите, афинку можно. Да ладно. Охренеть. 35 тысяч. У нас карта будет. И на прокачку таланты все. Давайте сразу же забираем. И потом будем себе спокойно ролить. Вот вам китайка, ребята. Это не наш сервак. Так, купить кулаки. Так, это что-то я не туда пошел. Вот так вот забираем. Мне кажется, сейчас это не все. Будет еще что-то последнее. Ну, все, походу это все. Это последнее было. Ну, не знаю, не знаю. Как по мне, реально круто. Офигенная акция. С такими плюшками. Да, все, мы все забрали. Ничего так ничего.
на прокачку у нас рун хватает. Ремку получили. Два. Уже два у нас новых таланта ложных выпада выбили за раз. Ну, это жесть просто. Да. Так, ну что? Побежали трешивать дальше. Молоточки. Так, подземки, подземки. Я даже не знаю, сколько там у нас рун, я не посмотрел. Посмотреть ради интереса, сколько же мы выбьем здесь рун. Правда, мы пока никого не сможем качать, потому что у нас героев очень мало прокачанных. На 11 даже. Надо изначально прокачать дохренище всего. Так, ну чё там, рэндом, давай, 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 уже поднимайся выше третьей. Скин Некроса, как вы поняли, нереально просто вытащить. Забили, забили полностью все, забираем. 50 камней, я офигею. Это просто жесть. Насколько их... Такое чувство, скоро здесь тоже будет максималка по камнях, пока мы дофармим героев. Ну что-то странно вот здесь, вот не знаю. Давайте ускоримся, попробуем. Нифига, вот только первый падает и все. Странно. Пофиксили опять. Могли бы хотя бы на китайке не фиксить. И так уже этот сервер испортили. Хотя у нас на русском тоже за большой пак половина вольта. Вольт по сути два пака стоит. Тоже нормально, трешечок. Капец, просто жесть. Сколько тут камней судьбы падает. Так, добиваем. Так, смотрим, что тут у нас. И... Ну, карты в забытую три штуки. Тоже неплохо. Как для бездонатного аккаунта. Это было, конечно, шутка, кто не понял. Так. Тут многие всерьез это все воспринимают. Опять... Ну, неплохо, неплохо. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь были у нас кулачки. Но, блин, пока только один ложный выпад достали с толкового всего, что тут есть. И кучу камней судьбы. Не дает. Питомцы максимум. Просто тупо не дает выше подняться. Такое чувство, что там шанс такой маленький, что просто нереально. Так. Смотрите, как камни, конечно, падают жестко. Такое чувство тут в эту рулетку 1100-200 самов слить. И просто тупо можно будет без проблем прокачать одну-две локации. Но я не знаю, сколько мы уже их достали. У меня там было 200 с чем-то или 300. Ну, это просто жесть, ребята. И топовые таланты, все, что хочешь, коробки. Просто нереально. Нереально круто. Все говорят, китайка дорогая там или другие серваки. По сравнению с русским, то, что тут делается в начальных этапах.
Круто, круто. Все, вот у нас они закончились. Завтра мы еще добьем, думаю. Смотрим, что у нас получилось вообще в идеале. Так, 8000 кгшек. Ожидал, конечно, больше. Книг немножко подфармили. Эти книги получили, значки почета. Это хорошо. Кулачки. 3000 и 1600 почти. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, слизни. 608 камней. 608. Мы сможем даже кому-то 12 прокачать сразу. Это будет очень нескоро. Так. На подземочке карты получили. Таких карт подфармили. Полтора, считайте, собрали для прокачки. Тоже неплохо. Две коробочки. Карты на вход 3 штуки. Две рунки собрали. Два, ребята, два ложных выпада. Ремку достали тоже. Это очень круто. Ну, в принципе, карты героев достали. Так, это у нас сета, походу, первого уровня. А, это одна руна. Ну и тут тоже, наверное, скорее всего, руны. Да, тут руны третьего уровня. Ну, тоже неплохо. Для нас это тоже классно. Так, что у нас еще? Сет пятого у нас был. 30 сумочек питомцев. Давайте их сразу откроем. Пять яиц фиолетовых, тоже неплохо. Ну и сундуки осколков, которые мы пока открывать не будем, потому что все равно это бесполезно. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Это редкая карта. Вдруг отсюда упадет на броне на Нубис, недостающий Лерину. Тоже будет неплохо. Так. Ну, вот так вот. Давайте коробочки. Смены мы пока оставим. Откроем коробочки. Или не будем. Сделаем это уже на стриме. Так, забираем еще два камня. Разруха второй. Почти-почти шапочка. Завтра будет у нас еще одна. Вот так вот. Вот такой у нас сегодня был, скажем так, очень интересный день с акциями. У нас, по-моему, там еще какие-то акции есть. Давайте сейчас посмотрим, чтобы мы уже закончили полностью все. Так, это у нас на покупку бонусы. Так, тут у нас за покупку что-то падает. Что непонятно вообще. Сейчас посмотрим. Ну, явно не герои. Вообще непонятно. Ладно, оно сейчас должно где-то к нам прийти попозже. Так, что тут у нас за акция? Это, по-моему, затрату, да, дается. Ну, я не знаю тоже, какие герои. Сейчас мы перещелкаем. Судя по всему, тут расходники нам падают хорошие. Потому что число какое-то возле них. Там значки и прочее. А вот это, наверное, какой-то герой упал. Надо учить название еще один. Либо какой-то, не знаю, яйцо. Ну, посмотрим. Надо учить на китайском хоть примерно, как кто называется по значках. Так, может, и китайский выучим в ближайшем будущем. Так, и у нас там, по-моему, есть еще одна третья акция.
Да, было бы неплохо, чтобы они подумали для каждого сервера, просто взяли, сделали перевод. Заходишь в игру, включаешь язык свой. Это было бы, думаю, всем удобно. Потому что многие играют другие версии. Просто чисто сделать перевод. Строить. Так, ну интересно, интересно, чем мы тут сейчас нафармим. Но думаю, что-то интересное точно будет. Годные. Не знаю, конечно, какие тут герои падают. Но надеюсь, что-то нужное нам будет. У нас недостающих пока только Анубис, Стрелок, Рино и Ронин. Это с таких... А, ну и Повелитель Бури, естественно. Вот это те, кого бы я хотел. И больше, наверное, со всего этого хотел бы Повелителя Бури сюда. Именно для Архидемона. Чтобы на этом сервере трешевать на Архидемоне. Но это будет еще не скоро. Еще было бы неплохо знать, как какой архидемон называется. Это тоже надо будет опять же учить. Потому что тратить попытки тоже будет очень жалко. Ну ничего, думаю, со временем мы к этому привыкнем. Так, это и вот это есть. А что там у нас еще что-то здесь было? Я не знаю, что это. Сейчас посмотрим. А, это бесплатная акция. Кстати, завтра нам дадут. Коробочку должны дать. Мы это все забрали. Должны коробку дать. Вот такие вот акции на китайке. Вот как раз 39. Значки нам, походу, добавили. Кучу расходников. Сейчас посмотрим, что у нас по ресурсам получилось. Так, ну, уже получше. Кулаков, КГшек добавилось. Воу, да ладно. Хрена себе. Это все-таки были осколки героев. А ну-ка посмотрим. Ни хрена себе. 80 осколков Арктики собрали. Рино 40 осколков Ворожея. Рунки. Опять руны. Я офигею, сколько здесь дают именно расходников. Толковых расходников, которые для прокачки будут помогать аккаунта. Круто, круто. Так. Ну, что я могу сказать? Китай — это Китай. Чётенько он, конечно, смотрится. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Я не знаю, как мне реально весело тут играть. Мелкие герои, максимальные прокачки. Будем дальше трешевать. Подписывайтесь на канал. Всем пока.